Тюркского «Черная гора». Извергался этот вулкан около 150 миллионов лет назад в Юрский период. Но также это единственный вулкан Европы в разломе. Около 130 миллионов лет назад произошел тектонический разлом этого горного массива. Основная его часть откололась и отошла в море. На протяжении всей нашей прогулки мы пройдем вдоль этого разлома. Увидим скалы, бухты, гроты. На сегодняшний день этот горный массив является природным заповедником. Основан он в 1979 году на базе Карадагской биостанции. Площадь заповедника составляет 2800 гектар. 2000. Это остаток древнего кораллового рифа. В Юрский период здесь все было покрыто водами океана Тетис. Карадаг является подводным вулканом. Но немного левее Серюк-Каи, куполообразная вершина, поросшая лесом. Гора Святая. Самая высокая точка Карадага, высота ее 577 метров над уровнем моря. На вершине этой горы находится могила святого Азиза. Жил на ней такой человек, отшельник. Лицо людей после его смерти его похоронили на вершине этой горы. Но давайте смотреть вперед, на крайний свет Карадага. Самая крайняя вертикальная скала. На фоне неба вырисовывается профиль человека. Чуб, лоб, нос, губы, борода. Это профиль поэта, певца Коктебеля, Максимилиана Волошина. Сам поэт об этом писал так. На скале, заткнувший зыб залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. Но немного ниже профиля Волошина в море выходит мыс. Мыс Мальчин, что в переводе пастуший или же водноводческий. С этим мысом я продолжу свой рассказ, и вы поближе познакомитесь с Карадагом. Потухшего вулкана. Но если немного воображения, здесь на мысе можно увидеть возможные каменные изваяния. Цилиндрической формы камень с белой верхушкой напоминает кулич Пасху. Немного правее голова дельфина, вынырнувшего из воды с разинутой пастью, и показывает язык. Но и самый крайний камень на этом мысе серо-зеленого цвета напоминает голову девушки, выходящую из воды с распущенными волосами и приподнятым подбородком. Александр Грин, впервые проходя здесь и увидев этот камень, назвал его Ассоль. Все увидели. Пасха, за ним дельфин, крайний камень Ассоль. Кто не увидел, будем возить, пока не увидите. Но за мысом площадью открывается южная или большая сердоликовая бухта. В правом углу этой бухты струится небольшой водопадик. Видны темные потеки воды. Берет он свое начало в ущелье Яурбах. Яурбах в переводе с тюркского «сад» или «виноградник неверных». По легенде, в это ущелье мусульмане сбрасывали своих неверных жен. На этот водопадик это до сих пор стекают их слезы. Ну и на вершине хребта по правую сторону ущелья на фоне неба огромная 72-метровая колонна. Скала Шайтан Бармак, что в переводе «перс сатаны» или «чертов палец». Ну и здесь берет начало самый протяженный хребет, хребет Оба-Тепе, что в переводе «вершины с пещерами». На верховьях этого хребта расположен мертвый город. Но это образное название, города на Карадаге никогда не было. Процесс разлома и скалы начали напоминать город. Но так как три грота, создается воздушная пробка. И с выходом наружу вырывается с ревом. Также его называют сердцем Карадага. Рев из глубины грота доносится с определенной частотой и напоминает сердцебиение. В этом гроте снимался кадр фильма, что сверху капает пресная вода, море заходит соленое. Жаркий летний день, вода в ней прогревается до 30 градусов. Перед вами ванна молодоженов. Если есть молодожены на борту, могу на пару дней оставить.
обратите внимание на интересное строение породы. Основной состав ее – базальт и андезит, самые твердые вулканические породы. Здесь хорошо видно, как лава застывала под водой. Но если свои взоры вы поднимете вверх, вы увидите остроконечный шпиль, скала Шайтан-Кая, высота ее 410 метров над уровнем моря. Ну и мы подходим к самому глубокому и самому опасному месту на Карадаге. Перед вами откроются два грота. Большой и малый грот Шайтана. Глубина непосредственно под скалой между двумя гротами достигает 30 метров. Но опасным это место считается из-за своеобразного рельефа. Во время падения сюда течения здесь образуются сильные водовороты. Перед вами большой грот Шайтана, немного далее малый грот Шайтана. В этом месте снимался один из кадров фильма «Пираты 20 века». И если смотрели, это был такой кадр, когда Еременко нырял со скалы. Нырнул здесь, вынырнул за Коктебелем в Тихой бухте. Ну и над нами возвышается почти отвесная скала. Скала Маяк. Высота ее 360 метров над уровнем моря. Эта скала также фигурировала в фильме «Человек-амфибия». На ней с помощью монтажа была расположена лаборатория профессора Сальватора. Справа еще один небольшой грот, грот Голубиный. Здесь находится основное гнездовье средиземноморского скального голубя. Но за скалой Маяк открывается абсолютно заповедная бухта Карадага, бухта Львиная. Здесь находится одно из основных гнездовий черноморского баклана Хохлатова. Ну, давайте посмотрим на мыс, замыкающий бухту Львиную, мыс Лев. Скала в своих очертаниях напоминает лежащего морского льва. Ну и левее льва из воды возвышается жемчужина юго-восточного Крыма, эмблема Карадагского природного заповедника, базальтовая арка, скала Золотые ворота. Высота ворот около 36 метров. Высота арки 11, ширина 9. На расстоянии от берега ворота находятся 80 метров. Но золотыми не бывает всего лишь один раз в году, несколько минут, день летнего солнцестояния. Игра света, лучи солнца попадают под определенным углом на скалу, и она приобретает золотистый оттенок. Второе тюркское название ворот Шайтан-Капу, чертового ворота. При проходе сквозь арку золотых ворот вы можете показать желание и бросить монету. По поверьям, ваше желание исполнится. Монету будем бросать по сводам арки, так, чтобы ударилась о скалу и зазвенела. Услышав звон монеты, загадываем желание. Крупные купюры можно бросать в катер. В бухту пограничную. Здесь проходит граница раздельная ушедшего вулкана. Наш лайнер будет ложиться на обратный курс. Сейчас у нас по программе кемерийские купания. Несколько чистых водах Карадага. В
желающие омолодить душу и тело.